Всем привет! Приглашает нас сегодня в гости Amex Stadium. Через несколько минут здесь начнется наш матч. Итак, стартовый состав Брайтон. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Перед нами состав Челси. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Потери и у соперников. Вернер. Уверен, он с мячом идет вперед. Тимо Вернер. Да ну, это совсем не помогает. Льюис Дан. Леандро Троссер. Атака продолжается. Судья дает играть. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Паскаль Гросс. Какая техника. Как он обращается с мячом? Всем привет! Приглашает нас сегодня в гости Amex Stadium. Через несколько минут здесь начнется наш матч. Итак, стартовый состав Брайтон. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Перед нами состав Челси. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Потери и у соперников. Вернер. Уверен, он с мячом идет вперед. Тимо Вернер. Да ну, это совсем не помогает. Льюис Дан. Леандро Троссер. Атака продолжается. Судья дает играть. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Паскаль Гросс. Какая техника. Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Всем привет! Приглашает нас сегодня в гости Amex Stadium. Через несколько минут здесь начнется наш матч. Итак, стартовый состав Брайтон. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны.